Доброго дня, с вами компания «Вечный мир». Сегодня в гостях у нас Игорь Задорожный. Здравствуйте. У нас была вчера 4-я конференция, и вот хотелось бы раскрыть оснастку, которую Игорь изобрел. Это уже новая оснастка для пиления клиновых кирпичей. И вот сегодня мы поговорим об этом, ну и вообще о деятельности Игоря поговорим, то есть чем он занимается и что у него хорошо получается. Приветствую, Игорь. Здравствуйте, Максим. Можно дать обратную связь, то есть насколько, ну, так скажем, удобно и быстро можно изготовить клиновой кирпич вот за счет вашей оснастки? Так, значит, оснасточка предназначена для установки на камнерезный станок. То есть на обычные станки, которые используют печники, там с диском 350-400. В чем ее особенности? Первое, то, что у нее опорные элементы, скажем так, они сделаны из пластика, напечатаны на 3D принтере и не царапают лицевую поверхность. Второй момент, это то, что быстрая и легкая настройка. То есть мы, когда установили эту оснастку на каретку станка, установить можно через вот эти пазы, засверлиться и прикрутить саморезами. Вот. А дальше угол настраивается легко за счет того, что здесь вот 8 упоров, 4 внизу и 4 вверху. Они расположены так, чтобы не задевать основные места на кирпиче с дефектами. Обычно задняя часть кирпича, она шире, неровная, и поэтому упоры вынесены ниже, там, где поверхность кирпича еще плоская. Это этот момент учтен. Второе. То, что здесь, в отличие от первой модели оснастки, регулировка независимая. То есть можно независимо сдвигать и нижний угол кирпича, и верхний угол кирпича. И за счет этого можно еще и регулировать ближе и дальше, в зависимости от того, в каком месте делать эту регулировку. Вот. Значит, сначала мы вот этими поворотными воротками настраиваем так, чтобы двигалось с небольшим усилием верхняя и нижняя. Ну, часто удобно делать по разметке. То есть, если мы на торце кирпича сделали разметку, допустим, линию провели, потом ставим кирпич. И просто самый простой вариант – это стрелять глазом относительно вот диска по разметке. И выставляем нам необходимый угол, пока линия не совпадет с диском. Зажимаем вороток. Один, второй. Все, оснастка у нас жестко настроена. Теперь уже ничего никуда не сдвинется, все хорошо. И вот так вот на каретке режем кирпич под клин на арке. Ну, достаточно, для... да, угу. Один раз достаточно настроить, и можно прогнать всю левую часть всех клинов на арку. Когда нам резать вторую часть, переворачиваем, ну и опять настраиваем по разметке. Тут еще есть момент, конечно, это не совсем правильно, но при необходимости можно даже резать и в обратную сторону. У меня было несколько сложных элементов, которые мне надо было так сделать. Это и как? В обратную сторону? Да. И можно сделать в обратную сторону резать. Но тут, конечно, аккуратно с руками, придерживая кирпич. Это такое уже немножко нестандартное использование. То есть придерживаешь ту часть, которая отпилится? Да, да, и... потому что сам кирпич вот в этом случае как бы падает. Угу. Но нормальное положение это вот так. Именно вот так. Тогда тоже, ну, придерживаем, но еще можно отвести подальше. Так, вот так. Чтобы стояло больше по центру, по упору. Вот нормальное положение оснастки. В общих чертах вот так. Да, интересно. Вот когда познакомились с Игорем, то есть возник вопрос, откуда вообще это? Ну, то есть откуда идея, ну и почему она родилась? Игорь раньше работал конструктором, технологом на металлообработке. Ну и, в принципе, скажем так, опыт по инструменталке, по оснасткам большой. И тут уже, я как бы, когда у меня, как у печника, стала задача нарезать клины, ну, я уже чисто автоматически, как бы, сделал сначала первую оснасточку больше под себя, вот, потом передавал чертежи вот коллегам для изготовления. Ну, а это я уже имея опыт предыдущей оснастки, сделал эту
более удобную. У нее меньше высота на 70 мм, то есть меньше требований к станку. А станки, у которых ниже расположена головка, можно и первая оснастка не устанавливается. Можно установить вот эту. То есть здесь высота, если я не ошибаюсь, по-моему, 130 мм высота вместе с кирпичом оснастки. То есть 300-й диск уже должен взять? Ну, 350, 350 берет точно, ну, вот на моем станке. Вот. Ну, у кого двигатель сильно торчит, там может быть все-таки только с 400-м, но это уже надо рассматривать конкретно марку станка. Ну, то есть максимально сделано так, чтобы он был более универсальный под все станки. Да, да, и чтобы была удобная регулировка. То есть вот здесь, на мой взгляд, регулировка, ну вот, удобная, удобная. Когда заказчик заходит на объект, первое, что бросается в глаза, это именно арки и перекрытия. То есть у вас может быть где-то чуть-чуть неровная кладка, чуть-чуть где-то швы гуляют там по каким-то причинам. Но если у вас ровная и красивая арка, правильная, то это сразу большой плюс. Это может помочь снивелировать и где-то швы чуть-чуть, и где-то там дефекты кирпича, если перекрытие аккуратное и правильное. Вот эта оснастка сильно поможет. Сильно поможет изготовить одинаковые элементы для арка. Ровненькие и как положено по размеру. Вручную такой результат, ну, сложно, только очень большой опыт поможет, скажем так, поконкурировать вот с этой оснасткой, если нарезать клины вручную. А вообще какие-то, может, еще разработки, идеи, мысли? Да, есть еще лекала. Я в свое время разрабатывал лекала для кладки арок. Тоже для того, чтобы печник с небольшим опытом, еще, ну, недостаточными навыками вот по аркам, чтобы он мог сложить аккуратную и хорошую арку. Сейчас, к сожалению, у меня с собой нету этих лекал, но вот я передам Максиму те чертежи, что у меня есть. Ну, возможно, печной мир будет их выпускать. Ну, а так вообще, то есть, Игорь, вы практикуете работу печника, правильно? То есть, это же не берется только со стороны взгляд. То есть, это, да, именно, конечно, практика, конечно, своя. Да, это своя практика. Все эти вещи я проверяю на себе. Есть еще приспособление, кстати, для тех, у кого нет станка. Есть приспособление для нарезки клинов под болгарку. Очень точное. Конечно, надо научиться с ним работать, но точность на нем не ниже, чем вот на этой оснастке. Скорее выше. За счет того, что там кирпич устанавливается в оснастку только один раз. И за эту установку обрабатывается и левая часть, ну, условно, и правая часть кирпича сошлифовывается под клин. Эти чертежи я тоже передам печному миру. Вот, и, возможно, печной мир будет выпускать. Тут уже как сами. То есть и теми, и этими оснастками пользуются печники, да, в России? Да, вот этих оснасток я сделал, в прошлом году сделал партию 20 штук, вот, и отдал коллегам, продал коллегам по России, по Белоруссии. И, скажем так, в чате я уже просил обратную связь, негативных отзывов нету, позитивных достаточно. Вот, поэтому могу рекомендовать ее в работу. Сам я на ней тоже работаю. Данную конструкцию будем изготавливать у себя на базе, так что если кому интересна оснастка, то есть, ну, вообще интересно пиление красивых и точных арок, обращайтесь, информация все будет в группах или в или к менеджерам в магазинах. Также я рассчитываю, что мы эту оснастку выставим на зон, чтобы расстояние, так скажем, при покупке тоже, ну, так скажем, чтобы логистику на себя брала компания Озон. Название оснастка для кирпича, она так и есть. Оснастка для нарезки клиновых кирпичей. Да, вот по этому названию можно будет ее найти на Озоне и также свободно приобрести. Обращайтесь в компанию «Печной мир», приобретайте, делайте красивые барбекю комплекс. Я, в свою очередь, желаю всем ровных, красивых арок, богатых заказчиков, хороших заказчиков. Богатых не обязательно, главное – хороших. Хороших заказчиков и успешной работы. Все, благодарю за внимание. Всем пока. С вами компания «Печной мир» и Игорь Задорожный.